Если по народным приметам на Сретенье зима встречается с весной, то уже без всяких примет в польском Белостоке в праздник Сретенья Господня встречается молодежь из разных стран. Празднование Всемирного дня православной молодежи здесь началось еще более 20 лет назад. И совсем недавно праздник обрел международный формат. В нынешнем году на Сретенской литургии архиепископ Белостокский и Гданьский Иаков приветствовал гостей из российского Калининграда и украинского Ковеля и поблагодарил православную молодежь за желание трудиться вместе во благо Церкви. Я думаю, что для нашей молодежи очень важно, чтобы они общались, чтобы они видели, что Церковь существует в каждой стране, и что в каждой стране есть молодежь, и что эта молодежь видит в вере смысл своей жизни. Не случайно молодежь избрала православная организация международная, что Синдесмос избрала как свой праздник молодежный, именно праздник Сретенья Господня, потому что в жизни молодого человека очень важно, чтобы он встретил на своем жизненном пути Господа Бога. Важно увидеть образ Божий и в своих соседях. Молодежное братство Белостокско-Гданьской епархии организует такую программу встречи Всемирного дня православной молодежи, которая позволяет молодым людям познакомиться друг с другом и культурой тех стран, которые они представляют. Впрочем, для православных Польши и русская, и белорусская, и украинская культуры родные. Вчора бавилися на дискотеці в ритмах білоруських, українських, російських. Вечером у нас была дискотека в ритмах белорусских, украинских и русских. Сегодня у нас более спокойный день здесь, в Академии Супрасльской, в Супрасле. Нас приветствовал владыка Григорий, епископ Супрасльский. Потом у нас был обед, краткий отдых, затем мы участвовали во всеночной. А сейчас у нас культурный вечер, когда мы можем спеть песни. Сейчас будут танцы в исполнении молодежи из Калининграда, и мы будем учиться русским народным песням. Есть чему поучиться и российским участникам встреч, так утверждают гости из Калининграда. Притягивает очень хорошая организация. И то, что все организовывают не взрослые люди, а сами молодые, и они сами вокруг себя организовывают нас и других людей, может быть, менее православных, и тем самым, не знаю, притягивает какой-то круг. Ну, мне кажется, что православная молодежь палила по Польше, она более объединенная, сплоченная, потому что у нас Россия большая, каждый сам по себе, а здесь их мало, они друг за друга держатся, и нам надо этому у них учиться. С мнением калининградских ребят совпало и решение Международного фонда «Единство православных народов». Братство православной молодежи в Польше будет награждено премией имени святейшего патриарха Алексея II за 2013 год. Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоится 11 марта в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве под высоким началом святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Польша, Белосток, Супрасль.